Всем привет! Сегодня 7 сентября, суббота. Вновь приехали в лес за грибами втроем с Сашей и Артуром на прежнее место, на котором были на прошлых выходных. Достаточно сухо в лесу. Не уверена, что найдем много грибов. Погуляем. Только зашли. Очень солнечно, тепло. Будем искать грибы. Артур что-то нашел. Так, это мухомор. А вот это? Лес сухой. Хрустит. А вот это куда сели? Плотно носит. Очень плотно. Но что-то не очень хорошее. Да, ну не бери. Много. Не хорошее. В прошлый раз было... Много подосиновиков. Думаю, сегодня наберем. Я тоже два подосиновичка молодых встретила. Проверила, чистые. Вот на таком фоне красивом вам засниму. Встретились опята, но это ложные. У них нет юбочки под шляпкой, и они другого цвета, но очень похожи. Вот хотела вам показать, чтобы не путали. Это ложные, их собирать нельзя. Вот прям на лесной дороге встретился малюсенький подосиновик. Берем. Вот еще что-то нашли, пока не понимаем. Хорошо, что молодые. Честно, он не очень. По-моему. Саша нашел белый, кажется. Давай выкрути, проверь. Не день, сейчас более темно. И он, видимо, хорошо сохранился еще. Белый, да? Да. Ну, шляпка, по-моему, хорошая. Такая плотная. Ножка не очень, а шляпка вообще, мне кажется, хорошая. Белого похож, да? Идем дальше по такому замечательному лесу. Потихоньку он становится осенним. Все-таки уже сентябрь наступил. Идем, смотрим. Ну, грибы мало попадаются. Не как на прошлых выходных, когда все было в подосиновиках. Но это нормально, потому что не было дождей давно. Хотя земля влажная, в принципе. На тропинке. Так красиво. Артур нашел белый. В таких листьях березовых, желтых, тяжело заметить. Немного. Вот этот. А рядом вот этот? Да, вот этот что-то не очень. А вот этот на вид получше. Березовый белый. О, какая ножка. Нет, большая. Ножка. Тоже мягкая, да? Это вообще поролон просто. О. Ладно, хоть такие этот, пособирать, встретить. Проверь, если что, не бери. Да. Ну, насчет шляпки тут точно. Еще есть какие-то? Нет. Повесь на веточку. А, так себе. Тот, наверное, другой. Ну тут, кстати. Нет, тоже. Ну сейчас другой. Они все плохие. Пошла. Ну, по крайней мере, грибы есть. Но искать тяжело. А я встретила в этих листьях подосиновик с толстой ножкой. Такой уже осенний богатырь. Подосиновик проверила. Он чистый. И рядом белый нашла.
Сейчас тоже проверю. Два грибочка. Ну, находка. Думал, листик. Очень плохо все видно. А тут смотришь на вид, идеально просто гриб. Лучше не придумаешь. Белый? Да. Молодец, как ты заметил. Да, на вид нормально. Посмотрим сейчас. Угу. Вот это черный грусть. Первый раз вообще в жизни собираю. Его уже над ножичком. Млечный гриб. Нет, это не он, да? Не знаю. Я не разбираюсь в них. Не будем брать, не знаешь, не бери. Потом напишите, черный грусть это был или нет. Сейчас еще раз покажу. Вот так выглядит. Но такого, чтобы млечный сок выходил, там что-то я не вижу. Он не мохнатый. Мне кажется, это не черный грусть. Хотя... Напишите, будем знать. Есть, вот еще тут. Да, еще есть. Может, это и грусть даже. Сейчас надо... Тут интернет не ловит, даже не посмотришь. Так, тут нашел гриб. Подосиновик. Пойдет. Чистый. Хорошо. Вот так высохли папоротники. Но грибы, на удивление, именно здесь находим. Саша вроде как что-то нашел. Наверное, все отсвечивает. Солнце яркое. Что? Ой, грибочек. Выкрути. Там люди ходят прям косяками по три часа. Да. Белый? Ну что, и ножка плотная. Мне кажется, хорошая, шляпка тоже. Вот такой огромный муравейник встретился с лесными жителями. Огромный дом. Вот Артур встретил подосиновик. Хороший какой. Угу. Класс. Идем дальше. Ищем бревно, чтобы сделать привал. Перекусим, передохнем. Возможно, побольше найдем. С какое-нибудь бревно покрупнее найдем, чтобы удобно было сидеть. А вот они нашли. Да уж, покрупнее, конечно. В общем, останавливаемся на привал. Всем приятного аппетита. Все, подкрепились. Идем дальше. Очень удобно такая наплечная корзинка через плечо, чтобы руки были свободны. Еще и с крышкой. Делали на заказ. Все, двигаемся дальше. Артур нашел красивые подосиновики. Вот это бочоночки. И хорошие. Молоденькие, маленькие. Ярко-рыжие. Это еловые. Да, они отличаются по цвету. Хорошенькие. Молодец. И Саша рядом нашел, и Артур нашел. Сейчас сначала Артур заснимем. Коротышку, но возьмем. Потом, возможно, не будет. О, еще ямки нашел. Присыпай. Совсем вот. Только хорошо, лезут. Дождей выходят грибы. Вот этот не будем, наверное, рисковать. Нормальный он. Похож на гнилой зуб. Так, а ты где? Вот и в травке нашел. Давай выкручивай. Ножку плотно.
Мне кажется, хороший. А, угу, красивый цвет. Тут нашел красивый подберезовик. Класс. Вот какой-то грибок нашла. Тут достаточно влажно. Подберезовичек. Так, Жанна, просто сюда. Со светлой шляпкой. Ты тоже нашел? Да, просто сюда последовать. Даже не один, а два нашел. Молодцы. О! Я вот сейчас... тут. Сейчас. И еще покажу сейчас один. Еще, еще даже несколько вижу. Ты видишь? Вот тут. Еще тут. Угу. Ну, эти старенькие. Нет. А вот этот вполне. Это мой. Отлично. Теперь к Саше идем. Тут такая березовая роща. Подберезовики встречаются. Ой, как отсвечивает. Вот такие. Угу. Еще вот там. Но они, по-моему, уже взрослые. Сейчас тоже посмотрим. Там. Да, вижу. Да, по-моему, староваты. Да, не будем брать. Ну, уже хорошо. 3 недели дождей не было, так что и этому рады. Вот и Артур еще нашел. Подберезовик. Угу. Идем дальше по этой прекрасной березовой роще. Но здесь влажно и мягко, поэтому болотные подберезовики попались. Интересно здесь ландшафт. Подосиновик встретился красивенький. Посмотрите, какая мощная корневая система у дерева. Само дерево небольшое. И какая корневая система. Красивый подосиновик. Артур находит очень красивые подосиновики, боровые. Вот. Они похожи на боровики прям. Красиво, класс. Так, дальше около лесной дороги Артур что-то нашел. Где? Это белый. А нет, подберёзовик. Ну, вроде неплохой. Так, Артур что-то нашел, сейчас покажет нам. Березовик, о, прям червивый. Почервивый? Да. Ну не бери. Встретился. Ура! Но он не очень. Артур белый нашел. Да, это белый. Хороший. О, молодец. Да. Наконец-то. А то белых вообще нет. Шла под березовик. Да. Саша нашел под березовик. Вот тут мухомор. Где? А вот, вот мухомор, он маленький. Mm-hmm. И рядом вот такой хороший. Вот немножко под березовик. А вот еще один молоденький. Mm-hmm. Ну какой? Ну хороший. О,
Хороший подберезовик, молодые. Угу. Встретилась поляна подосиновиков крупных. Два, а еще три, еще там. Сейчас соберем. Те подосиновики большие были плохие, а вот Артур нашел молоденький. Класс. Нормально. Вот еще какой встретился красавчик. Подосиновик белоножковый. Еще два грибочка. И второй подосиновик. Итак, конечный результат. Грибов немного, но они есть. Нас все отговаривали, говорили, что грибов нет, очень сухо. Месяц не было дождей. Все равно мы что-то нашли. На сковородочку с картошечкой самое то. Ваши впечатления? Лес интересный. Ну, грибов мало. Да, похож на смешанный. Погуляли хорошо, народу мало, подышали воздухом. Самое главное. Угу. Сухо очень. И жарко. Ну, ты много нашел. Вот у тебя было корзина. Да, все молоденькие, хорошие грибы. Все, всем пока. Всем пока.